Гурудев, каким образом служение помогает медитации? Когда вы делаете служение, что-то для кого-то, это создает позитивную энергию заслуги. Что происходит, когда вы помогаете? Это приносит положительные заслуги и добродетели. И эти добродетели помогают вам идти глубже в медитации. Если у вас не получается глубоко медитировать, это означает, что вы эгоистичны. Вы постоянно думаете о себе. Но если вы выполняете какую-то севу, немного служения обществу, это приносит все больше и больше добродетелей вам. Это позволит вам медитировать более глубоко. Это один из факторов, но не единственный.